Илья Назаров, компания «Кредитный отдел». Сегодня мы на выставке «Кредит-экспо». Мы предлагаем услуги кредитования для розничных торговых сетей, для федеральных торговых сетей, для интернет-магазинов, более мелких торговых организаций. Как бы у нас полный спектр услуг кредитования на рынке для всех желающих, независимо от того, чем вы занимаетесь, ну, соответственно, если кредитование актуально в вашем сегменте. Добрый день, меня зовут Алла, компания Кубик Медиа. Наша компания уже более 10 лет специализируется на создании уникального музыкального образа бренда. У нас огромная музыкальная база, команда профессиональных музыкальных редакторов и прямые контракты с правообладателем. Правильно подобранный плейлист, он создает необходимую атмосферу и настроение у посетителей. А собственная платформа по доставке и трансляции контента поможет очень эффективно и удобно управлять эфиром по всей сети. Обращайтесь к нам, у нас есть тестовый период, в течение которого вы сможете оценить удобство нашего сервиса и качество созданных для вас плейлистов. Спасибо. Добрый день, меня зовут Данил, я представляю компанию Bonsoft. Мы предлагаем решение для планирования персонала. С помощью нашего решения вы сможете знать, сколько вам нужно штата иметь для того, чтобы ваши затраты были минимальные. Система построит вам графики работы на основании прогноза показателей вашей бизнес-деятельности. С помощью системы вы имеете оптимальные затраты на персонал и оптимальное количество трудовых ресурсов. Приглашайте нас на презентацию продукта. Здравствуйте, представлюсь. Я являюсь генеральным директором компании «Профессиональный интегратор». Компания предоставляет услуги видеоаналитики для бизнеса. Наши решения, это программно-аппаратные решения, позволяют значительно повысить конверсию продаж. Мы занимаемся подсчетом очередей, подсчетом посетителей. Одни из самых интересных направлений, которые мы сейчас прорабатываем, это работа с тепловыми картами, это работа с планограммами, то есть выкладка товара. Наши, наверное, сильные плюсы нашего инструмента – то, что мы посетителей превращаем в покупателей, а из покупателей делаем постоянных покупателей с довольно-таки высоким размером чека, то есть увеличиваем чек в разы благодаря нашим компактным решениям видеоаналитики.